готовить свое космическое блюдо. Для начала смазываю филешки маринадом тонким слоем. Ну, здесь на любителя. Можете просто посолить, поперчить, можете маринад выбрать по своему вкусу какой-то. Я вот взял вот такой на основе томатного соуса и паприки маринад и слегка вот так вот смазываю. Это первый этап приготовления. Итак, друзья, технология, по которой я сегодня собираюсь приготовить вот эти куриные филешки, называется су-вид. То есть, в переводе с французского, в вакууме. Соответственно, я недавно узнал об этой технологии. Сейчас размещаю вот эти филешки в пластиковом пакете вакуумном. Закрываем сам вакуумный пакет. Здесь, как видите, есть вот такая специальная, ну, как на застежечка, как на пакетах Ziploc. И теперь через этот клапан вакуумным упаковщиком откачиваем воздух. И вот сейчас филешки находятся в вакууме, в нем мы и будем готовить. Смысл технологии су-вид заключается в том, что продукт готовится при той температуре, при которой сервируется. Например, вот автор книги по этой технологии, он советует вот это вот филе готовить при температуре 66 градусов, в течение, ну там вообще от 60 до 66 градусов идет, в течение там 2-4 даже часов, да. Но мне, честно говоря, кажется, это очень долго, поэтому, как бы оттолкнувшись от самой идеи приготовления в вакууме, я буду готовить так, как я готовлю колбасу. Я буду готовить при температуре 82-85 градусов, ну, в течение 40 минут. Я думаю, у меня получится супер. Так, что у меня с температурой? Итак, пакет с филешками погружаем прямо в горячую воду и контролируем воду при помощи нашего термометра. Все, друзья, забыли про это на 40 минут. Об этой технологии я подробненько напишу, расскажу, дам ссылочку на книгу, которую я приобрел на Амазоне. Ну, кому интересно, почитайте. Ну, вот в вакуумном пакете, в горячей воде лежат мои филешечки куриные и готовятся. Температуру я поддерживаю в районе 82 градусов. В течение 40 минут я буду это делать. Посмотрим, что получится. Это первый мой эксперимент. Мне самому очень интересно. Ну что ж, распаковываем вакуумный пакетик. И достаем филешечку. Замечательные кусочки. И сейчас будем пробовать. Итак, смотрим. Режем. Вот оно, кусочек, смотрите. Превосходно. Сейчас я попробую. Да, кстати, после приготовления, вот по этой технологии приготовления в вакууме, можно для того, чтобы придать товарный вид, быстро курицу обжарить с двух сторон на очень сильном огне. Ну, а можно не обжаривать, мне и так нравится. Ну, а мясо надо обжаривать обязательно. Или до того, как будете готовить в вакууме, или после того. Очень сочно, очень вкусно. Филешка получилась очень нежная, очень сочная, вкусная, ароматная. Ну, супер, ребята, очень здорово. И, естественно, на Западе я видел в интернет-магазинах, там продается прям целый агрегат для того, чтобы готовить по технологии су-вид. Ну, он достаточно дорогой. Я думаю, что вот так вот в домашних условиях при помощи обычной кастрюли и термометра можно такие штуки очень легко и просто готовить. Я буду продолжать эту технологию осваивать. Начал я с куриной грудки, как с наиболее простого варианта. Дальше будет у меня и мясо, и овощи, и рыба. Так что смотрите, друзья, скучно не будет. Будем постигать новые космические технологии приготовления еды в вакууме.